I
Thank you.
Какой я молодец, скопо въехал, пока рассматривал, сколько мне ехать осталось. Отлично просто вообще, шикарно. Вообще, я хотел посмотреть, где можно подрыхнуть тут, вот здесь. Блин, ну вот как так? Неудобно с клавиатурой все делать сразу. Ну и ладно, хрен с ним. В принципе... Кстати, въехать в Копа 800 евро, а просто ДТП 400. Интересно, да? В Копа дороже въезжать. Хотя сейчас надо подумать, может быть, есть где-нибудь еще подальше место. Вот здесь вот, например, просто... Ну, блин, тут рядом уже почти. Тут что? Ну, в принципе, полпути... Где-то вот тут, я думаю, можно будет подрыхнуть. Ну вот этот косячок, надо просто меньше играться с клавишами F5, F6, F7, F8 во время движения по автобанам. Вот куда ты обгоняешь, засранец, а? Ты поворотники видишь? А вот сейчас еще автобус этот сраный. Так, а где тут можно отдохнуть? А похоже, нигде нельзя отдохнуть. Судя по карте... А, я здесь и не хотел. Интересно. Ну ладно. В новой версии 1.28 движуха гораздо активнее стала. Так, ну-ка посмотрим, куда мне в Бремингем. Блин, как же я умудрился в Копа-то въехать, а? Потерял бдительность просто при рассматривании всяких там страничек в навигаторе. Но на самом деле, как сюда не залезть? Установка для выдоха 2 часа 3 минуты. А ехать осталось 4 часа 49 минут.
Нет, вот тут заправка. В принципе, можно заехать в гостиницу, но с грузом в гостиницу это, конечно. А вот на этой заправке. А, да, тут есть карман для грузовичков, так что то, что надо. Вот следующая заправка. Там мы будем отдыхать. В принципе, неплохо доехал сегодня, если, конечно, не считать, что въехал в копа. Надо меньше практиковать на скорости, тыкать в навигаторе. Ну, у Скании по сравнению с Зелком хотя бы работают дворники. У Зелка тоже работают, но они не чистят. У Скании чистят. То есть вся романтика сохраняется. Тут особо сильно кочегарить не буду, потому что все равно на заправку съезжать. Так, вот, 200 ярдов. Заправка в ту сторону, паркинг. Так, паркинг налево, заправка направо. Значит, у меня в паркинг. Не понял, он где грузовой паркинг? Ага, слева. Нормально. Сейчас я до переднего доеду. Все, спокойной ночи, малыши. 7:53 чапнется. И какой замечательный дождик. Судя выплатилось. Ну, один заработал 6 тысяч. Свой уровень повысил. Второй водил заработал 1500. Или это он же? Так, выплата по кредиту в размере 6000 евро. Ну, в основном, конечно, да. Ну, короче, до 4 часов продрых. Надо было, конечно, выключить на время сна. Вот, кстати говоря, нехорошо, не реализовано здесь это.
поддержка вот, дефектов автомобилей. Ну ладно, повреждения, модель повреждений. Тачки не повреждаются никогда. Это ладно, это полбеды. А вот то, что нет хотя бы такого момента, как аккумулятор, это, конечно, досадно. Только топливо, ну, в принципе, не знаю. Интересно, можно ли еще вообще свои виды сюда добавлять? Вот, здесь есть вид оттуда, отсюда. Отсюда, отсюда, пожалуйста, сверху откуда-то, чуть не пойми чего, ну ладно. Бампера, ну, то есть колеса вид, пожалуйста, можно покрутить колесо. Вот такой вот кинематографичный вид. А вот можно было бы делать в кабине свои виды, было бы вообще замечательно. Мне винда говорит, обновления пришли. Ох уж эта винда. Руль побольше сделаю, это как нереалистично было. Ну ладно. Ключи вот надо было глушить все. Ладно, все хорошо. На сегодня, я думаю, хватит. Все. Какой вид, а?